Сложно? Да. Как тебя зовут? Не даже понравилось. Как тебя зовут? Я Илюшка. Как ощущения? Классно. Покатался? Да. Теперь ты решила попробовать, да? Да. А надо два колеса сразу крутить или поочередно? Сложно? Ну да. Ребят, я вам сейчас дам задание, и вы накидайте разные варианты, которые возможны для гармоничного исхода ситуации. Сейчас моделировали ситуацию, что будут делать ребята. Хорошо, хорошо. Поставь. Вот. Сзади когда входит? Эти самые. Чтобы я убирался. Ты конечно, тормоза поставь. Да. Тормоза. Вот, и так мне уже хорошо. Отпускай. Вот, теперь тебе надо найти помощь, найти парней крепких. Ну, где-нибудь там есть. Нам парни, выйдет. Помогите мне! Снять дверь с петель, это самая крайняя мера, если вдруг нет. Задача какая? Тебе надо держать и немножко, а тебя как зовут? Тебе надо вот это колесо снять. И только меня на баланс немножко вот туда вот. Вот. Где можно найти данный ключ? Ну, это целый квест. Я помню, искал этот ключ минут, наверное, 20. Представляете, сколько времени тратится, чтобы просто на лифте подняться, который, в принципе, сделан.